Глава республики Юнусбек Евкуров побывал на похоронах известного общественного деятеля, внесшего вклад в дело религиозного просвещения населения Магомеда Адалгиева. Глава выразил глубокие соболезнования родным и близким усопшего старейшины. Руководитель субъекта отметил, что смерть настоящего патриота и истинного мусульманина – большая утрата для ингушского народа. По мнению главы Ингушетии, Магомед Адалгиев всегда близко воспринимал проблемы народа. Всей душой болел за свою республику, призывал к миру и справедливости. Он неустанно выступал за создание атмосферы взаимопонимания в обществе. Ванчо Адалгахайтамболб, Далгештолт.